9 мая, на Фомину неделю, в Йошкар-Оле, на территории Царево-Кокшайского Кремля, состоится ставшая уже традиционной епархиальная пасхальная ярмарка. После приветствия митрополита Йошкар-Олинского и Марийского Иоанна состоится праздничный концерт. По всему периметру Кремля раскинутся торговые ряды. Духовная литература, церковная утварь, изделия народного промысла, поделки воспитанников воскресных школ и так далее. Для гостей ярмарки будет развернута работа полевой кухни, где все желающие на свежем воздухе смогут поесть кашу с тушенкой и горячим чаем. Кроме того, все желающие смогут попробовать себя в роли звонаря на переносной звоннице.